Душевые кабинки 30 штук, столько же люстр и бра, по 20 кроватей, тумб, шкафов и кондиционеров. Это и другое имущество санатория «Старица» было продано всего за 50 тысяч рублей. Расценки заинтересовали администрацию города, однако управление судебных приставов нарушений не нашло. Если бы арест данного имущества своевременно произведен не был, выручить денежные средства за его реализацию не представилось бы возможным ввиду неликвидности находящегося в нем имущества. Таким образом, действия должностных лиц управления при проведении самореализации арестованного имущества по якобы заниженным ценам были направлены исключительно на правильное и своевременное исполнение решений суда. Напомним, что санаторий «Сосновый Бор» объявлен банкротом. В марте этого года учреждение полностью остановило свою деятельность. Имущество санатория было арестовано, однако у него остались обязательства перед сотрудниками. В результате действий правоохранительных органов части людей удалось выплатить начисленную, но не выданную заработную плату. В соответствии с требованиями 229 федерального закона об исполнительном производстве была произведена самореализация арестованного имущества должника. Денежные средства, полученные от самореализации данного имущества, перечислялись взыскателем в счет погашения задолженности по заработной плате. Всего же от проведенной процедуры самореализации должника юридического лица было выручено около 1 миллиона 800 тысяч рублей. Управление судебных приставов сообщает, что на момент ареста и продажи имущества в санатории протекала крыша, поэтому на стенах здания образовались плесень и грибок. Весной 2017 года в Сосновом Бору отключили электричество и газ. Из-за этих действий пострадали мебель и бытовая техника. Управление разъясняет, что основная масса исполнительных документов о взыскании с санатория задолженности по заработной плате поступила для принудительного исполнения в конце июня 2017 года. То есть уже после того, как в пользу работников, ранее предъявивших для принудительного исполнения исполнительные документы в структурное подразделение управления, исполнительные производства уже были окончены фактическим исполнением. Сейчас часть арестованного имущества на сумму более 2 миллионов рублей находится на принудительной реализации. Его продают на комиссионных началах в Росимуществе, Рязанской, Тульской и Орловской областях. Все средства пойдут на погашение задолженности по заработной плате перед сотрудниками бывшего санатория «Сосновый Бор». Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».